нее надо упереться и вот так подержать 10-20 секунд. Это один вариант. Второй вариант. Вот, поднимаете руку максимально наверх. Окей. И потом растяжки вот такие делаете. Поворачиваетесь. Окей. Тоже. Окей, понятно, да? Вот. Или вот так возле стеночки вы ставите. И вот вы растягиваетесь. Вот одна рука пошла максимально наверх. Теперь вторая рука максимально наверх. Окей, теперь вот смотрите. Руки здесь, а вы как бы вот так вот становитесь, вот сбоку посмотрите. Видите? Это одно упражнение. Второе упражнение. Вот так возле стеночки. Можно здесь. Вот так вот вы встали и вперед вы идете. Видите, руки здесь. То есть все у вас назад. Назад. Понятно, да? И задерживаете 10 секунд все вот эти положения. Так. 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 Окей. Понятно, да? Это на вот эту зону между лопатками. Окей.